Опять несу, тушить как будут они здесь? Уже ж потушили, уже же... Где они потушили? Они сказали, сейчас приедут. Все, говорит, тушим мы еще там. А сходите в тот дом справа, может там что никого нет. Так вот она сидит целый день, ничего, никто ее не достала. Никого ни одного. Она надо вызовет. Так я нет, там это собаки прыгают, аж на этот самый, на... Друзья гибнут, учащиеся гибнут. Да когда это закончится, когда этих... Когда эти укропы уже твари... Их надо бросить, тогда они поймут, что это такое. Привет. Вот накинь, привет, надо бомбочек несколько. Это градом полвторого здесь все дома, ну, по всем домам, конечно, попало. Здесь два снаряда было, там училище, вот впереди. Пострадало, конечно, очень много людей, самое обидное, что... Время зимнее, холодное, люди без стекол. Так, привет Порошенко, этой твари, которую она заставила без жилья. Извините, я не могу больше говорить. А в вашем доме никто не погиб? Бабушка убирает магазин, а он бежал на тренировку. Бабушка ему звонила, и... так а голову нашли или нет, я не знаю, искали голову. Мы пришли помочь бабушке найти порядок. Сама живет, чудом вот осталась, здесь вот спала она. Еще вообще, я не знаю, как она уцелела. Как она уцелела, так она жива осталась. Вот снаряд, это Скарлок, вот направление. Там, где украинские войска, хунта украинская, фашист. Порошенко, вот тебе такое будет, как здесь, запомни, запомни. Своим детям такое будет. Никому им ничего не надо помогать, они приехали, они постояли, что они написали? Куда они что там передали? Они продажные все. Там нет с духом, с детьми идти ночевать. И мужу 61 год, он инвалид 3-й группы. Куда мне его нести? Куда? Скажите. Вот куда? Я сейчас пришла, у меня ничего. И женщина погибла, соседка, снаряд летел, снаряд стоит, он другой бомб. А перед этим дом у них разбила, машину. Она под осколок попала, эта женщина. Она стоит у нас. Следующая квартира. Ну пришли, нам первые уехали. Вот на нам идти. У меня танки не ходят, у меня муж мирный человек. Шахтер, он у меня не военный. За что нас убивают? С 18 лет заводники и активов. Кто туда? Греция как живет? Плеханова Татьяна Николаевна. Я ни у кого ничего не взяла. Я в 45 лет пошла на пенсию. Муж 41 год, шахтер. У нас трое детей. Мы жили, сами наживали, что могли. И работали. Я по сменам работала, 4 смены. Муж 3 смены, шахтер работал. Я пришла в разбитую квартиру. У меня осталась я и сумка моя. За что нас так убивают? За что?
Нам не достучаться до них. У них сердца вообще тоже хорошие. Сердец. На третий этаж стоят залетел. Да. Мы видим. Да. Вода есть больше? Вода? Да. Ни воды нету, свет есть, а отопление? Нету, рыбочка. Нет отопления. Все у хаты погорело. Снаряд. На третьем этаже? Напротив? Напротив, да. С курятинкой. Две спинки сварила, и Бинки, он только поел. Из горечки добавил, Асика. Это ж придумала, перевернула. А шо ж, голова варит. Тут же люди живут, на втором этаже мужик живет. Он как комендант, знаете, все вместе живет. Нет, а то не говорит, что... Прячутся между домами, туда-сюда, ни в кутос сесть. Честно говоря, ополчение между домами не стоит. Нету. Их нету здесь, вообще нету. Их никогда и тут не было. Полтораку надо научить солдат сначала стрелять правильно, а потом посылать на передовые, обстреливать города. Как они... Мы мирных жителей не обстреливаем. Они даже не умеют целиться, как надо. А бы куда? Мы считаем, что просто истребляют мирное население, убивают женщин, детей. Здесь никаких солдатов нету и не было. Ни ополченцев здесь не было. Ни армии тут русской, мы их не видели даже. 9 октября у нас на детскую поликлинику упал снаряд. У нас вот всю крышу разбили. Сейчас дети не получают детское питание и все. Ну, а результаты почему? Из-за обстрела украинских военных. Начались обстрелы сильно большие с субботы. Так, конечно, стреляли не сильно так, а вот суббота началась каждый день. Ночью, днем, когда им придется. Вот забора нет, попали. Опа, нет. Погибла моя хорошая знакомая Люда Танкопей. Она в это время была на кухне во время бомбежки. И снаряд попал через крышу на кухню. И мальчик шел 12 лет с тренировки. Тоже попал под обстрел. Голову оторвало ему. Вот так вот. Пока то, что сейчас в основном никто не знает точное количество жертв. Так. Порошенко, тварь, когда ты отрезвеешь, ты увидишь, что ты натворил. Когда ты пьяный, ты ничего не видишь. Порошенко, я смог, чтобы вы сдохли, падлы. Захлебнешься нашей кровью. Чтобы они остановились, и во всем они винят Россию. Тварюки. Одно крещение на все проклятия, а ну-ка, это же надо так разбиться. Пришел на кладбище, посмотреть, жена и брат здесь похоронены. Меня не пускают дальше. А третий царь царей в руках законника. Вот тебе фото с терминала. Я специально завожу. Где группы? Какие группы? Да, круто. Вот там человек. Только не укол, вот ранее кровь истекла. Только не укол. Он взорвался. А вот туда, где бы косил. Ну, а вот и все такое.
Лёра, веди, Алима, скажем, батюшка. Ну, тут не прострелили. Следующая топка уже рожка. Матрос, матрос, на пей глазок. И через секунду он там в конце коридора штабелями лежали друг на друге. Когда это хуйня рванула. Матрос, матрос, отбей глазок. Конечно. Ну, это не фото. 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 Это Укропский? Да. Здесь все Укропское. Мне надо отвезу. Ее пластинка. Сюда никто не пойдет. Только с подарками. Это коридор. Движение на взлетке! Движение на взлетке! А что, ты уже все палил? Да я знаю, я не стесняюсь этого. А почему ты стесняешь? Тут никак, у меня была Canon, но только, блин, объектива хорошего не было. Это, видимо, бэха шла с чем-то, потому что вот там дальше были брошены эти припасы ихние, короче. Продуктовые, там такие салфетки, хуйки лишние, знаешь, столки бритвенные. Вот, а здесь лежали, короче, формы брошенные, личные вещи, камеры ихние. Потом пацаны здесь подняли два автомата, нашли. То есть они бросали и оружие, когда бежали, они бросали все. Короче, у тебя вот это один. Это было отобрано у украинских сепаратистов. Это они сепаратисты, а не мы. Твари. Мне стыдно за земляков, честно, стыдно. Я любил всегда Украину, я был... Я в ней когда-то родился. Я в ней родился. А мы на украинской мове разговариваем, мы чудово. А вы так? Да какая мы? Она же кажется, террористы. Спарта рулит. Они успели только окопаться, но установить точку не успели. Они перенесли сюда мины, осветительные мины, вот с белой полосой мы видим, дымовые и как бы осколочные. Осколочные сейчас они на взводе на боевом. То есть они с детонатором. Им завода выезжает 4 танка, выстраиваются в ряд с интервалом 200-300 метров. И начинают обстреливать мою БК по терминалу, по-старому, то есть по нам. Один из снарядов, кстати, не разорвался, лежит вот под стеночкой. Вот он лежит. В данный момент производится ремонтная работа по колхозному 76, 60-квартирный дом, 5-этажный. Прилетело несколько мин, произошли разрушения газопровода, коллектора. И помимо того, происходят ремонтные работы на участке по улице Кремлевской, автострадной, колхозная, Курчатова, Лузина, автопроходчиков. В общей сложности частных домов отсутствует газоснабжение в 546 домах. Часика через 3-4. Сейчас на Лузина заканчивается одна бригада ремонтной работы на шахтопроходчиков. Вторая ремонтная бригада заканчивает работы. Здесь третья бригада заканчивает. Часа через 3-4 начнем производить пуск газа. Газ по давлению выходит, шипит, видно. И где-то возгорание.
тушителю, или порошковый тушим. И устраняем потом. Налаживаем бандажи. Хорошо, бежал лист. Было под ним было. Сейчас бедно. 2 недели назад только восстановили крышу. Град влетел. Обе половины дома разбили. Сегодня вот мина прилетела. Спасибо ребятам, затушили. У нас ежедневные обстрелы, ежедневные. И очень, очень много пострадало частных домов. Не просто много, а очень много. Я хотела бы обратиться к людям, которые живут в Киеве. Прекратите собирать деньги на армию. Вашими помощами только нам нет это все. Мы такие же люди, как и вы, мы ни в чем не виноваты. Мы свежки в чужой игре. У нас такие же дети, которые сидят в подвале, ни за что. Ежедневно все летит. Киевляне, пожалуйста, услышьте меня. Я сама мать, есть матеря, есть отцы. И если вам дороги ваши дети, подумайте и о наших. Хорошо, жутко, конечно. У меня... Я же в 59-й учился. Вот. Там тоже разбомбили. Тоже погибла учительница, которая у меня русский язык преподавала и зарубежную литературу. Там что-то какая-то бомбежка шла такая, ну, небольшая. Ну, стреляли. Ну, это у нас круглосуточно, поэтому слух привыкает. Мы уже как-то внимания не обращаем. Вот там у меня прямо возле двора 4 снаряда. Один в автобус. Тоже 2 человека погибших, 6 раненых. Второй в соседний двор. Один прям мне во двор. И один в дом. Вспышка яркая. Прямо рядом с нами. Это первый снаряд, видимо, который в автобус попал. А 4-й снаряд прям хата. А мама прям на кухне сидела. Прям в той комнате, где летела. Причем прям по направлению удара. Я вообще удивляюсь, как она осталась живая. Сначала ж там шарахнула, где автобус. Вот, но она ж отошла от окна. Все, и давай молитву читать. А следующий момент, говорит, уже сидит на полу, заваленная кирпичами, дверь от ванной у нее на шее, тоже подняться не может, и дырка здоровенная в стене, прямо перед ней. Вот это, считайте, все дырка, сейчас я внутри покажу. Не хочешь одеть? Надень пиджак, посмотри вот эту нарядную. Часы живые остались. Перенесли оттуда. У нас один знакомый дедушка, слепой уже за 80, упал у забора. Такой юморной, вы все равно всех не перебьете. Градлуп, это он же бежать не может, он слепой. Он так по двору ходит, уже знает двор. А так, в Градлупе, да, он упал под забор, говорит, здрасте, если он всех не перебьет. Живем с юмором. И от министерства, и по комсомольской линии было, от министерства много у меня поощрений. Все газеты за меня, все. Даже для этого хату разводили. А помощи от кого ждать, я не знаю. Работал на засядке. С армии пришел, на засядке работал. Трудился нормально, доски почета был. 49 лет и 9 месяцев стажа. Я работал на засядке. Потом меня не взяли в лаву, лава открылась. Я ушел на Точмаш. Точмаш меня наградил орденом трудовой славы за работу. Потом послали в Сирию. В Сирию я приехал и опять пошел в шахту. У меня 15 лет подземного стажа, а остальное поверхностное. Занимался спортом. У меня 6-е место в Союзе по военному многоборью. 3 знака шахтерской славы. 1-3 степени, кавалер 3 степеней. Ну, потом по возрасту ушел на пенсию. В общем,
пользы много принес государству. За что мне вот, как благодарили. А теперь я сепаратист. Нашу хату поломали. Аэропорт с авиацией. Они, получается, самолеты поворачивали к нам на гадковку, на разворот. Потом испугался, теперь заикаемся. Идем сегодня. Короче. Нет, самолет поднял. Сам горит. А еще нас дом горит. Недолет. Да. Тому що у нас роботи буде, у них немає. У нас пенсії будуть, у них немає. У нас піклування під дітей, під людей, під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків. У них вони будуть сидіти в підвалах. Бо вони нічого не вміють робити. І так, і саме так ми виграємо цю війну. Дядя, а ты не плакала вчера, нет? Да. Сильно грохало, мы стояли в прихожке. А дома с мамой были? Да, Милочка хотела поспать, но ее отпустили в рот. Часто стреляли. А чем? Прятались с ребенком в ванной. Потом к родителям побежали, они рядом живут, наши спрятались. Там сидели, ждали. Страшно. Они что? Они же сука. О мирной жизни, что всегда был кров над головой. Защищает дом себе. Так хочется, чтоб парнишка из ее класса вернулся рядом же с аэропортом. После войны, живой. Ей грезится, что на загородном пляже спокойно, безмятежно можно загорать. Что нет корректировщиков на кряже. И от обстрелов каждый вечер можно не дрожать. Ей снятся города, поселки и деревни, в которых нет разрухи, зато есть тепло. Сейчас вокруг полно больших и малых герник, а сколько жизней в небо унесло. О чем мечтает девочка с Донбасса? О счастье девичьем, без сводок, без боев. И чтоб свободной от засад была бы трасса в Россию-матушку направлением на Ростов. О чем мечтает девочка с Донбасса? Да право слово только об одном. Ей нужно, чтоб фашистская зараза была бы выжжена, чтоб чист стал дом. О! Ты куда стреляешь? Цель мне покажи, там вот цель, ты поджигаешь?
это значит? Право, лево, а то это пустит. Вот, вот что это все. Вот он, надо вот сюда. Теперь видны? Наводим. Отрабатывает только она. Отрабатывает, говорю, только она. Подождите. Погрузить по этому нет. Теперь друг друга. Подстрелилась, раз, пошла дальше. Снова поднялась, бах-бах, снова пошла. Понимаешь? Движущая мишень. Я никогда не целюсь. Почему? Это у Прапа Еголя. Он автоматически, я бах-бах-бах-бах. Прапа Еголя. На третьей, на четвертой пуле я его поймаю. По-любому. Понимаешь, это старовка, бах-бах, отстрелся. Помнишь, я тебе о чем говорил? Ну да, вот да, идешь, да. Идешь, автомат. Научить хотя бы, пусть она пока пристреляется по одной, научится ловить мушку. Работа как с пулеметом. Вот. Тоже отсюда, из-за пулемета. Здесь, как бы сейчас, у нас нет такой, такого, что мы работать будем двойками. Мы работать будем группами по два человека. Вот. То есть, у нас у каждого есть позиции, мы все стоим на этих позициях. Есть группа 1, группа 2, да? Вот. Также ты работаешь, ты с тем, с кем будешь заходить на свою позицию, ты работаешь с ним в паре. Он тебя прикрывает. Вот. Если ты стоишь на огневой, это твое постоянное место, да? У тебя ты можешь всегда подстраховать очередь. Давай, работай по патронам. Два выстрела, делай по патронам. Отходи. Меняемся. Я отошел. Работаю так, да? Я сработал. Стоишь? Да, ты отходишь. Также я отошел, приступаю к тебе. Подходишь, работаю по патронам. Не спеши. Смотри, представь. О! Молодца. Следующий. Почему? Я люблю, когда русских унижают. Понимаешь, они разбудили этого медведя, русского медведя. Я в Сибири прошу. Ну, наврали, на север. Терпеть ненавижу, когда этого медведя будет. У меня своя территория. Не надо его брать. Русских людей унижать не надо. Цель должна быть на вам. Русский человек это и русский. Это многонациональная это страна, так ведь, братан? Я по национальности немец, и позывной у меня немец. А вот у него это, по национальности другая, так ведь? Грек. Вот видишь, грек. Национальностей много, они более сплоченные, так ведь? Там католическая, это, православная церковь, мусульмане, так ведь? А живут все вместе. Живут все вместе, уважают друг друга и воюют этим. Черт один. О! Черт один. Что, работаем? Да. Как бы у нас у всех одно общее. У нас у всех есть семьи. Ого. Мы все приходим сюда, оставляем семьи и находимся здесь с чужими людьми, с другими людьми. И наши мысли остаются постоянно с нами. Мы думаем о наших, мы любим наших. Вот. Но при этом мы любим свободу. Мы любим свободу настолько, что от чего-то святого для нас отказываемся. Я приехал сюда для того, чтобы говорить на своем языке свободно. Работаю я все время в Крыму, я выезжаю туда, потому что в Украине уже много лет не могу найти хорошего заработка. Вот. Занимаюсь строительством. Я строитель. Никогда в жизни не строил военной карьеры, хотя о ней всегда мечтал. Вот. Жаль, что вот мечты воплотились вот именно здесь, в войне. Вот. Теперь уже делаю свою работу. Я считаю, что я обязан делать это для того, чтобы мой сын свободно гулял по улице, и ему не тыкал, что он Даниил и что он Москва.
чтобы он разговаривал на том языке, на котором он хочет говорить. Вот. Я не против украинского языка. Он красивый, он очень звучный, мелодичный язык. Но в последнее время, что, когда звуки этого языка не смешаны слишком с кровью, слишком он стал фашистским, этот язык. Мне теперь розмовляти українською мовою не дуже приємно. Ця мова для мене це смерть. Це жах. Поэтому я буду говорить дальше русским языком и доводить до вас, непонятливых, что мы тоже люди не имеем права. Все. Вот. Вы испоганили Киевскую Русь. Вы, по-моему, полезли против корней, своих уже корней полезли. Вы вырубили свою историю на корню, вы ее вырезали просто. Вас нет уже в истории Украины вашей великой. Вже вмерла. Вы просто еще не поняли этого. Она вже вмерла. Тишину поймали, не шуршите. Тихо! Ребята, вы слышите, как на РЛС пиздует танк? В сторону РЛС, за взлеткой пиздует танк. Это в вашу сторону идет? На приближение, да. Обратите внимание, если появится, сразу вас не уничтожит. Второй этаж! Предохранитель выдавливается вправо. Вот, снимая с предохранителя, сработал курок. Вот, ставим на предохранитель. Вводим. Вот, здесь есть болтик. Все видят, под головкой есть винтик. Он должен сесть в паз. На стволе есть паз для винта. Вдавили до конца. Это взведенный. Сейчас он стоит на предохранителе, не взведен. Если я его перед выстрелом, перед тем, как вы снимете с предохранителя, и если он взведенный, я вам рекомендую установить предохранитель и выдернуть. В первую очередь выдернуть, потом только снимаете с предохранителя, чтобы она не сработала. Здесь она еще ударится, как болванка. Без этой чеки она уебет так, что здесь будет воронка. Вот, поэтому... Выдергиваем, снимаем с предохранителя выстрел. Точно так же, можно не бояться ее спокойно разряжать. Бензин отжать в бою. А почему решил пойти в ополчение? 26 мая. Укроп скидывали и кассетные бомбы. А сам откуда, если можешь говорить? Ясиноватский район, местный. Люди приходят воевать к мотороду. Туда собираются люди, которые готовы воевать, которые защищают свою землю. Ей там, наверное, ну как бы сильно подразделение Моторолы, что мотивированные люди воюют. Ну, мне так кажется. Вот один из них Сыч. Видишь, какой красивый. Настоящий воин. Упертый, блин. Ваня, ведь Володю. Воюет со Славянска, блин. Прошел Крым и Рим, блин. Здесь себя отлично показал. Он в нашем подразделении не совсем давно, но уже себя показал, как настоящий бывалый воин, блин. Все такое. Блин. И четко врагов убивает, блин, с желанием. Есть люди формально к делу относятся, а он относится с желанием к этому всему. Как и мы все здесь, как все подразделение Моторолы. Это важно. Мы не против украинцев как нации, мы воюем не с украинцами. У нас здесь половина людей украинцы. Мы воюем с украми, с великими украми, нацистами-перевертышами. И это нужно понимать нормальным украинцам. И воюем мы за свою землю. О, второго Лию обучу РПГ, то, что меня белый поставил с ней. Стрелять с РПГ нельзя. Не, ну а как она стреляет?
Если показать, она... с предохранителя снял, взвел, блин. Так она ни разу не стреляла. Ну просто без морковки, блин. Ну, нельзя с РПГ стрелять. А, ну оттуда прилетит РПГ. Никому не дано право безнаказанно убивать людей только за то, что они думают по-другому. Никому не дано. Ну ничего, вы знаете, будущее, история все расставит на свои места. Все расставит. И виноватые будут наказаны не здесь, так где-то там. Не думают люди абсолютно. Вот сегодня пусть Регалеты придут, посмотрят, послушают, чем это закончилось. Никому не нужна война. Никому не нужна война. А сейчас представляете, вот человек собирал на этот дом, построил на себе домик этот. Пусть тяжело жили там, какой-то вот участочек. Прилетел снаряд, все разрушил. Разрушилась жизнь. Разрушились судьбы людей. Мы через эту кровь прошли. Великая Отечественная война. Не успокоиться им никогда. Англосаксы не оставляют нас в покое, понимаете? Не оставляют. Это всегда было. Россия как козь в горле им. Подбирается уже. Чего людям не живется мирно? Развивали бы экономику, понятно, культуру, образование. Замечательно. Вот сказали бы мне вот год назад, что такое вот в Украине, я бы не поверил бы просто. Поверил бы, я ждал всего чего угодно. Я ждал. Ну, подводили, там что-то стреляли. Но у нас ни у кого даже в мыслях не возникало, что начнут стрелять по городу миллионеру. Вот где дома, где скопление жителей. Вообще даже никто не осознавал, что такое может быть. И на тебе. Ну ладно, давайте думать. Давай, да, с Богом. О хорошем. Искусство. И поет, а этого нельзя делать. Пошли. Вот он по выходу. По выходу, по выходу. Постоянно взрывы. Он, обрати внимание, рука вместе с лопаткой. Тут в середине лежит еще труп обгоревший. Мы его прикопали так более-менее. Мы же крестьяне православные.
Чего? Хлеб давай. Да я забрал. Коровы только было, когда стреляли. Пост обстреляли. Артобстрел. Не знаю, чем. Шесть снарядов, по-моему, подряд. Шестой я точно посчитал. Еще запомнил его. Больно было. Схватился. Я нагнулся. Лицо закрыл руками. Хотел прикатиться. Успел сразу взорваться. Что в жизни вот так с ним бы познакомиться, а не здесь, в больнице? Он вообще человек потом. Не, а сейчас уже давно не приходили, потому что все, все работают. Приходить. Мама, они-то не так говорят, все на работе. Да, а, ну да. Давай, может, я тебя поснимаю. На, пипец и пепелац, блядь, называется это все. У нас в школе стекла выбило. А мы ничего не... Да. Что? Только на первом этаже. У нас в школе три этажа. Где же? Я же раз на первом этаже. Как бы нас больше запускают, но в последнее время не поймешь, что ли в нас стреляют, то запускают, стреляют. Да, у нас вообще 24 августа вылетело окно и стена. А вот, я же вот раз, что когда в Киеве была, до нее вообще у нас воды стояли. Да, вообще у нас в школе окна вылетели, когда у нас там процесс. А из-за самого ужасного мы были все в школе. А да, у нас в Красногоровке там практически каждый день бои идут, не прекращая. Я дам и мои школы практически разбомбили полностью. Готовы. Где учиться? Я учусь дома, сама. Не хотелось бы, чтобы другие люди попали в то время, в которое мы сейчас. Я не знаю, некоторые даже не понимают этого. Если что, тут такие злые. Побед сами же. Вот у меня у подружки, у нее папа пошел в ДНР, и вы думаете, он что, получается, стреляет в себя же, в своих же людей? Сын. Просто и некоторые физически. Люди не понимают, что здесь на самом деле происходит. Они просто считают то, что это мы сделали, и мы за это проголосовали. Да, очень много таких людей. Да, и они просто, если бы они сюда приехали, посмотрели то, что тут творится, они могли бы понять это. Часть Украины мы больше уже никогда не будем, так как были. Как раньше было, вообще никогда уже не будем. Я знаю, кто. А откуда сам? Донецкий. Сам Донецкий. Жил, работал, никогда не воевал, в армии не служил. За полгода боевых действий обучился много чему и даем достойный отпор нашим фашистам, блин. Ну, думаю, все это скоро закончится и заживем нормально. Займемся своими любимыми такими делами, работой. Ну, воевать будем до конца. Пока мы не отстоим свое. Лично я отсюда не уйду без победы. Как-то так. Обидно просто. Очень много полей непаханных, очень много урожая. Люди за это все, блин, влаживали нервы, средства, труд. Все это брошено, все это разбомблено. Мины торчат везде. Производство все, вот, заводы, блин. То есть получается, вот тут эти шахты, если посмотреть на горизонт, вон там, стволы, там, шахты, рабочая шахта, с нее ничего не осталось. То есть люди потеряли рабочие места, все это. Такое впечатление, что украинские власти просто хотят уничтожить инфраструктуру и экономику Донбасса. А потом просто уже давать какие-то ультиматумы, поблажки. Ну, такого не будет.
Если мы взялись, да, пойдем до конца. Вообще охота уже мира. Надоело уже воевать. Уже охота домой. Уже охота нянчить деток, работать. В Одессе, когда профсоюза дом, там вот это все там происходило. На следующее утро я уже был в администрацию, записывался в число добровольцев. Вот. Прошел КМБ, курс молодого бойца. И воевал на Саурке, на Дмитровке, на Мариновке, Авдеевка, Партизан, Пантелеймоновка. Все горячие точки везде я присутствовал. Получается, с мая месяца я нахожусь в батальоне. Начинал с простого рядового стрелка. Сейчас уже замком взвода. Это не умный помог. Мне, братан, дальше этим не надо. Вот отсюда стреляет уже. Не нужно. Пошли дальше. Привет, друг. Он командовал первым Привет. Штурмом этого терминала, Здорово. Когда мы в сентябре еще штурмовали. Тридцаточка сына. Вот Малой здесь. Неоднократно был здесь ранен. Да. Да, тут спрашивают, где Малой, где он, вот. Может что-то рассказать. В первом бою, когда меня ранило в плечо, его в лицо, да? Да. Вот этот шрам, блядь. А потом через неделю он уже воевал с нами опять. На другой позиции. Ну да, я с церкви. На церкви. Ну кто затеял? Затеял-то понятно всем. А? Как сказать правильно-то? С нагуськивания Америки. В Грузии такая же херня была, теперь здесь, на Украине. А смотреть на это как-то, как издеваются под мирным населением, душа не терпит. Вот и приехал сюда помогать. Как-то так вот. Как говорил один известный человек, есть сотни способов возбудить русского медведя, вытащить из берлоги, говорит, но нет ни одного, чтобы его засунуть назад. Вот точно. Поэтому зря они нас побеспокоили, блядь. Россия уже не раз уже приходили с войнами и уходили с ни с чем выигрышем. Была возможность. У нас рабочая лаборатория, у нас рабочее оборудование, у нас сохранилось более 80% преподавателей, не стало уезжать. Преподаватели с учеными степенями, с колоссальным стажем работы по 50 лет именно преподавательского стажа. И мы все готовы учить студентов, давать им образование. Но тем не менее, почему-то говорят, что наши дипломы не будут иметь хождение по Украине, скажем, хотя бы. Ну, они пугают, что по всему миру не будут иметь хождение, но это вряд ли. Что с Россией уже сейчас идут переговоры совершенно серьезные. Нас поддержал Совет ректоров Российской Федерации о том, что, по крайней мере, дипломы нашего университета точно будут иметь хождение на территории России. Это однозначно. Другое дело, что действительно есть объективные трудности. Вот уже говорили ребята, что езда через блокпосты. Есть ребята, которые живут вообще в тех районах, из которых просто невозможно выехать. Вот хлопец с рук моей дочки, например, в Авдеевке же. Просто не может выехать, чтобы он не может с подвала. Приехать на учебу. Стипендии не платят, родителям зарплаты тоже не платят. Ситуация такая, что очень многие ребята просто просят присылать им лекции и какие-то задания по интернету, потому что они просто не могут приехать. Многие ребята выехали, потому что они живут на тех поселках, ну, тот же Октябрьский, например, первая, вторая площадка, где невозможно было жить, они выехали оттуда еще летом. И где-то сейчас находятся либо у родственников в других городах, а некоторые вообще уехали. У меня, например, с моей специальности вплоть до Твери. В Твери сидят, не могут приехать, получают лекции по интернету. Но, тем не менее, не собираются никуда забирать документы, переводиться. Они хотят получать диплом нашего университета. Они в какой-то мере патриоты своего университета и Донбасса. У меня сестры двоюродная на Красном Пахаре в прошлые выходные прилетела прямо во двор, и дверь сорвало, и дверь внутрь, еще я ее этой дверью накрыла. А ее показывали по какому-то, по Life News, по-моему. Ну, стекол нету, они уже фанерой все позабивали, дверь забили. Электричества нет, газа нету, ничего нету. Хорошо, что старую печку не поломали. Нашли угля, дровишек, растопили. Что-то можно сварить. Так вот же.
И здесь будет? Парень, на октябре же. Нет, которую просто здесь возьмут. Я там пятиэтажку прямо... Там тоже лупят, с лета лупят. Четвертый. У него, получается, он на втором этаже живет, в пятиэтажке, и под подъезд лег снаряд, окна все, получается, везде. Просто еду, да? Там не то, что стеклопакет, там рамы повыбивало. Одна-две секунды выше взять и уже как раз к ним. Это угол имеете в виду, 2 секунды, да? Ну, Маркшайдер это не поймет просто. Она уже раз 10 ездила через блокпосты, и ничего, и никто не светил, хотя она постоянно в интернете, она себя не скрывает, она пишет все время, то есть она не скрывает свои позиции по отношению к Украине. Но, тем не менее, ни разу не щеманули. А тут Елену Блоху с муниципалки, ее, скорее всего, увели, знали, что она поедет, когда ее арестовали. Были осведомители, сказали, что выехала, ждите. Будет очень плохо после Нового года. Типа, что там мне позвонили с разведки, говорят, что будет после Нового года. Такое. Каждый раз последний, что плохо, как уже начинается. Ну, посмотрим. Дальше не пронесет. Но если на боевых непосредственно, то да. Потому что уже отслеживают по сигналу мобильного телефона. Да? Да. Если, допустим, и командир где-то там, у кого-то работает телефон, там такой втык вообще. Поэтому на боевых, на заданиях, ну, конечно, запрещают вообще включать. А ты, кстати, общаешься с тем? Кто мне потом спросил? Ну, может, выйдешь? Да, полотенце. Это престижно сейчас остается. Да? Хорошо, у меня же было на кухне. Вот, будет такой классный. Баста, летчик, блядь. Так, в чем прикол? Тормозов нету. Ну, сделали. Сделали? Вчера мы еще без тормозов не ели. Ну, вот он сейчас только делал, ну, сделал, но опять же, там надо менять, ведь на цилиндры тормозные. Тут мы первый день после штурма с соседом раненых вывозили по полю из-за большого ангара. А там сомалийцы, короче, 4 человека, понял? 5. И наш один. И едем мы сзади, мина вот так, ну прям за машиной. Бам! Они... Да, пизда! Я говорю, заткнитесь! Первый день, да. А он подрывается текать. Я говорю, ляж! И они вот так сзади машины. Бам! 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 У них паника. Я вот так их держу. Они выпрыгивать собрались. Да, тебя же тогда пустило. Они все с машины. Мы выпрыгивать будем, а сосед летит на Урале. Какой выпрыгивать на скорости, блядь? Контузия еще всего. Плоховато. Постреляешь чуть-чуть, голова подкрыла. Голова будет? Я полночи не спал, приехал, пострелял. Голова будет. Да я тебе говорю, я просто с автомата, как я сегодня пострелял. Ну сейчас уже нормально, а поначалу башка звенит, глаза закрываешь. И в ушах такой, постоянно. Первый дом. Маленький дом этот хозяин достраивал уже в июле в аэропорту, в июле. У него попадание в бассейн, попадание в беседку, 4 попадания во двор. Ну а забор, который вот к бывшему путевскому-то вокзалу, там грады, можно просто газель загонять и собирать этот металлолом. Следующий дом сгорела крыша от попадания града. Следующий дом такой зеленоватый, все стекла побиты осколками. Четвертый, он недостроенный, одна коробка стоит. 2 попадания града в дом, крыша пробита осколками и на территорию, наверное. 3 града и штук 5 мины, фугасы, что-то такое большое. Ну и последний дом, который там возле заправки. 2 попадания в забор, 2 во двор. И у них тоже такой, как бы, ну как, шатер стоял, крыша была так сделана. С флюгером на крышу. Град прилетел, этот весь шатер улетел просто, на запчасти разлетелся. Что это вы в одиночестве? Да ну так, работаю. Хотел Новый год встречать, в новом доме не успел.
это вот латаем. Повреждения, попадания. Вот хотя бы дом при воротах не отклеил. А 6 мая китайцев выводил. Думали, это 2 недели и все успокоится. Типа пресса? Да, эти, Синьхуа. Когда война это закончится, блин? Что нужно для того, чтобы она закончилась? Что нужно? Да. Кому-то дружить с головой, наверное, скажем так. А когда закончится, я надеюсь, только лето. Как-то все наладится, образуется. У меня железнодорожное образование, 11 лет на железной дороге. Чтобы вот такое было, наверное, в Великую Отечественную такого не было. И ведь виноваты пришли на Зорьку туда, на тот край, где марш завод. Люди не поверили, что мы с Донецка пришли пешком, там по подвалам сидели. Как вы, говорит, добрали? Ну как, пешком. И под минометный обстрел попали, и патрулем ДНР встретились, ну как бы все благополучно закончилось. Просто, может, как бы эгоистическая точка зрения. НБС на сотне, НБС на сотне. А тут уже сколько тысяч. И какой урон. Как это тогда назвать? Я что все говорят, что мои родственники все. Ну как можно теперь после всего этого остаться в составе Украины? Это уже точно обратно дороги не будет. Ну, почему-то же с Донецка не ехали на автобусах, на поездах в Киев с автоматами. Во Львов никто не ехал. Как бы кто-то более, может, человек больше размышляет, чем потом что-то делает. Просто какие-то там 5-10 тысяч человек на том же Майдане, начало это заварили. Поставить всю страну, 40 с лишним миллионов, в такое положение. Как вы думаете, это? Я уверен, что это чья-то затея такая, очень-очень нехорошая, мягко говоря. Не может такого быть. Какие-то 10 тысяч человек, там 15 пускай. Мы вот решили за страну. Что они решили за всю страну? Кто у кого спрашивал, неизвестно. Я провел с 26 мая вот здесь, вот где вы меня встретили. Я же как бы вижу, когда мы стоим на крыше у себя на доме, откуда-то из-за Авдеевки я слышу выстрел, а взрыв в городе. Кто может оттуда стрелять? Я же эти обстрелы все, когда вот Смолянку расстреляли. Это ж все, мы были здесь как раз. Все летело у нас над головой. Так что я как бы ориентируюсь, где какой населенный пункт, а откуда что летит. Ну, все знают, что в Авдеевке украинская армия. У меня он знакомый там живет. Я до него уже 2 месяца, никакой связи, ничего. Жена, знаю, у него уезжала в Москву к родственникам в Подмосковье. Он оставался и все. Как зашла туда украинская армия, ни слуху, ни духу.